Один из самых ожидаемых боев этой весны – это бой Артема Тарасова и Вячеслава Дацика. Следующий бой Хабиба состоится уже этой осенью. Всем привет, друзья! С вами Макс, и вы на канале Body Mania. Сегодня у нас свежий выпуск новостей. Смотрите, мы продолжим после рекламы. Наверное, сейчас для многих один из самых ожидаемых боев этой весны – это бой Артема Тарасова и Вячеслава Дацика. С обоими бойцами я знаком лично, общался, спарринговался. Бойцы есть бойцы. Они могут показать реально красивый бой. Чаще всего легковесы изматывали тяжелого бойца. И только в том случае выигрывали. Скорее всего, Артему нужно делать акцент именно на этом. А Дацику, наоборот, нужно идти как танк и не давать Артему просто выходить. То есть забрать Артему в партер, и здесь уже просто за счет веса, скорее всего, у Артема не останется шансов. Также, если посмотреть старые бои Артема, то чаще всего, в 90%, наверное, случаев, он заканчивал бои болевым. С Дациком, я думаю, это не прокатит. Но чисто я болею за тебя, Артем. Битва Федерации из бодибилдинга пришла в армрестлинг. Всемирная Федерация армрестлинга ввела санкции против профессиональной лиги армрестлинга. И все, кто примет участие в турнирах, организованном Игорем Мазуренко, грозит пожизненная дисквалификация. Что станет с многократными чемпионами мира, если они останутся верны ПЛА? Пока неизвестно. Хотя первые жертвы уже есть. От участия в топ-8 отказался грузинский атлет Геннадий Квиквиня. И его место занял Кадыргали Ангарбаев из Казахстана. Следующий бой Хабиба состоится уже этой осенью. Чемпион UFC в легком весе сообщил, что намерен вернуться на ринг уже в сентябре этого года. Тогда же выйдут на бой его брат Абубакар Нурмагомедов и друг Зубайра Тухугов. «Я, Зубайра и Абубакар будем драться в сентябре. С кем, пока неизвестно», — сказал Нурмагомедов в инстаграме у Азамата Бастанова. Отметим, что все трое бойцов дисквалифицированы из UFC. При этом отстранение Хабиба закончится уже этим летом. Абубакар и Зубайра не смогут выступать в промоушене раньше октября. В какой выйдут федерации бойцы, пока неизвестно. Кстати, у Хабиба действует контракт с UFC еще на один бой. Дацик и Кирилл Терешин снимаются в продолжении сиквела «Брат 2». Стас Борецкий выступил режиссером в этой картине. СМИ сейчас очень активно обсуждают съемки «Брат 3». Вышел на бой. Видишь? Пенсионер идет. Щели руки накачал. Думаешь, все мощно, что ли? Я в вашей качалке открою дом престарелых. Понял? Все. Большинство очень критично отнеслось к продолжению картин Балабанова. Хотя уже первые кадры со съемок есть. Друзья, наступила весна, скоро мы выберемся с камерами на улицу и будем снимать сюжеты там. Пишите свои идеи, что бы вы хотели видеть, пранки, какие-то спортивные темы и так далее. Мы обязательно это прочтем, и все, что нам понравится, мы обязательно снимем. Чего ты руку-то ставишь? Я не буду бить туда. Ну, а это не спорт разве? Наш выпуск подошел к концу. С вами был тот самый Макс, который всех достал с ужасной прической.
который ляжет с двоечки и так далее. Вот. Несмотря на это, заходите на мой инстаграм, подписывайтесь, пишите туда, какой я плохой. Вы были на канале Будимани. Всем пока.